Через день после нашего несостоявшегося урагана пошел снег. Ну, не знаю, если это можно назвать снегом, но что-то там ложится даже. И ветер. Вот видите, машинки белеют. Ух, тут холодно. На полу холодно стоять. Поэтому все, прерывается мой репортаж. Короче, нашла такую классную штуку. Это в Инстаграме, вот его ник, Саркисов видео. Я думаю, вам будет интересно зайти. Я его лично не знаю, в принципе, не подписана, ничего. Просто случайно нашла. И вот, что он рассказывает. Вот, послушаем про меня. Ира. Это замечательное имя означает спокойствие или мир. Но, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. И вот это к Ире больше применимо, так как, несмотря на значение имени, воевать она умеет, и даже очень хорошо. Поэтому сильно не обольщайтесь по поводу спокойствия и мира. Как правило, Ира легко располагает к себе людей. Поэтому в ее случае не обязательно читать книгу Дейла Карнеги о том, как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. У нее и без Дейла все хорошо получается. Но, несмотря на то, что и воевать, и оказывать влияние Ирина умеет, она остается приятным, радостным и понимающим человеком. А посему окружена друзьями и часто сейчас в браке. По большей степени Ира умеет держать себя в руках, быть взвешенной и тактичной. Но если ей уже сорвало планку, добром это не кончится. Вот она женщина, весьма может быть. У нее на все есть свое собственное мнение, поэтому переубеждать ее в чем-то, ну не то чтобы бесполезно, просто опасно. Однако, если вы с ней будете добры и учтивы, то, скорее всего, она ответит вам взаимностью, так как человек, она не злой. Будьте к ней добры, и все будет хорошо. Отмечайте Иру под видео. Так что вот, если вы действительно... Те, кто меня знают лично, если вы узнали меня в этих, в этом видео, то обязательно об этом напишите в комментарии. А те, кто меня не знает лично, и те, кто меня смотрит с бывшей работы, и еще там многие и так далее, учтите, учтите и опасайтесь меня. Но вообще прикольное видео. Итак, что же поменяется у нас с 1 марта? При вступлении в силу закона о трудовой миграции в Германии 2020. Ну что же у нас поменяется? Это было видео с нового молодого канала нашей подписчицы. Называется этот канал Frau Immigrant. Она недавно переехала в Нюрнберг, и мне показалось, что это видео будет очень полезно тем людям, которые ждут некого закона, который вступит в марте этого года и облегчит им возможность попадания в Германию. Но имейте в виду, будьте внимательны, и я вам очень-очень посоветую посмотреть вот конкретно это видео на вот этом канале. И мне кажется, эта девушка говорит очень-очень важную и правильную информацию, которую вам нужно... Это ее мнение, она выражает свое мнение. Но нам показалось, что оно очень правильное, и вам стоит его посмотреть. Поэтому заходите, я оставлю ссылку под этим видео. И обязательно заходите и посмотрите, что она говорит об этом всем. Раз уж мы заговорили про молодые каналы, то я хочу вас познакомить с еще одним каналом, на который нужно обратить внимание. Молодой человек недавно стал снимать видео, и, как мне кажется, они очень интересные. Например, как правильно начать утро, как перестать лениться, как выспаться за 4 часа и так далее. И этот канал только развивается, и я вас прошу, если вам интересно, поделитесь этим каналом, подпишитесь на него, или просто загляните к нему, оставьте хороший позитивный комментарий. Ну, я хотела сказать, что эти два канала, которые я сегодня показала, даже или тот, который в Инстаграме, это не реклама, это мне просто захотелось поделиться с вами своими наблюдениями. А канал этого молодого человека, который я только что тоже показала, очень хочется, он очень старается, он снимает, он какие-то находит интересные темы, и хотелось бы, чтобы его канал развивался. Потому что когда человек хочет и старается, хочется, чтобы все у него получилось. Заслепил снежную бабу. Или зайчика. Или не знаю. Но это снег. Ветра больше особо не дуют. А вчера даже прошелся снег. И даже немножко полежал. И частично лежит до сих пор. Конечно, очень мало. Но лежит.
На машинке даже еще лежит. Завтра у нас 14 февраля, поэтому поздравляю всех парочек, всем, кто еще не нашел любовь. Желаю вам найти эту самую любовь. Еще существует такая любовь, как к маме, к детям и так далее. Поэтому поздравьте их с этим праздником. Вот, любите и будьте любимы. И не обязательно 14 февраля, естественно. Но 14 февраля просто можно особенно это отметить и особенно это показать. Так как мы заговорили про День влюблённых, потому что он завтра, я вспомнила про один очень приятный запоминающийся подарок, который мне сделал Саша. Это было в 2015 году. Он сделал это своими руками, и он меня удивил. Он действительно меня удивил. Такие валентинки я до сих пор еще никогда не получала. What we do here is go back.